Еще один сигнал. Я приближаюсь к источнику сигнала. Так, надо добраться до головы длинношеи. Затмение. Что они тут делают? Пытаются изловить еще одного длинношея. Отсюда можно запрыгнуть на длинношею. Получилось. Теперь надо добраться до головы.
Добраться до горы будет непросто. На каждом шагу рыскают хищные машины. Зараженные? Не зараженные. Но людей они не потерпят. Тоже меня удивило. Я вижу ловчих. А на той стороне рыскаря. Что охраняют геи? Вряд ли они могут думать. Это скорее инстинкт. Их влечет к ее могиле. Thank you.
почти на месте. Это и есть жертва Геи. Она раздавила гору, как яйцо. Да, да. Поспеши. Я подготовил для тебя маршрут. Так ты здесь уже проходил? Ну да. Увидишь. Значит, о маршруте ты позаботился, а с армией машин не стал возиться? С каких пор тебя пугают машины? Если б ты могла летать, я бы и на маршрут не стал время тратить. Не смотреть вниз, не смотреть вниз. Таким я себе и представляла твое убежище. Спасибо. Это одна из многих мастерских, которые я построил. Долгие годы я пытался вскрыть этот люк. Сверлил его и жег, и взрывал. Но ты сможешь пройти тут легко и просто. Ты так говоришь, будто я виновата. Вовсе нет. Мне даже не пришло в голову, что нужна не грубая сила, а просто ключ. И ключ — это человек. Я оказался недостаточно сообразителен. Я думала, что ты тоже здесь будешь. Ну что, придешь? Зачем? Мое присутствие не требуется. Дверь ты и без меня сможешь открыть. Это ты рождена для этого, не я. Ты много времени тут провел. 19 лет назад эту гору сотряс мощный взрыв. Смерть Геи. Твое рождение. Эхо взрыва было слышно даже в жиле. Небо затянуло пеплом. Меридиан трепетал при виде этого знамения. Кратер горел долго, но когда остыл, я заглянул в него одним из первых. Со временем на его защиту стянулись машины. Удачно. Больше никто не совал сюда нос. Кроме меня. Гея сказала, что ее можно восстановить. Но урон так велик. Разве починишь? Она сказала, сначала нужно уничтожить Аида, а уже после думать о ремонте. Я согласен. Починим систему терраформирования сейчас, ее может использовать Аид.
Из-за жертвы Геи ему пришлось искать орудия, которые не столь удобны. Но думаешь, вообще возможно вернуть Гею? Ты знаешь, на что способны котлы. Им теперь доступны любые технологии для создания машин. По той же логике, они наверняка смогут воссоздать и технологии для ремонта Геи. Но это займет годы, а наше время, к сожалению, почти на исходе. Мне пора идти внутрь. Да. Когда найдешь главный блокиратор, получишь оружие для победы над Аидом. Все от тебя зависит. Генетический профиль подтвержден. Вход разрешен. Здравствуйте, доктор Сэд. Можете проходить. Регистрация. Марго Шен. Добро пожаловать в замерз... Регистрация. Марго Шен. Добро пожаловать в замерзший ад. Население 10 человек. 11, считая Гею. Цыплят эмбрионов по осени считают, дорогуша. Она пока не заработала. Так что прямо сейчас на омлет не рассчитывай. Я веган, Трэвис. Мы с тобой столько вместе работаем. Мог уж запомнить. По расписанию у нас было еще 3 недели до переезда. Мне пришлось бросить там 350 килограммов порнокомиксов. Подожди, на физических носителях? Почему ты их не оцифровал? Потому что физический носитель приятнее в руках держать. Больше-то нам тут особо нечего потрогать. Думал, буду по вечерам их архивировать. А ты? Я? Работать буду. У меня график задач уже года на 3 расписан. Есть много углов, которые надо сгладить. А что потом? Я как-то и не думала. Еще успеешь. Тебе сколько? 30? Нас всех переживешь и одна тут будешь куковать. Пища для размышлений, веган. Вот отстой. Ничего, потерпишь. Жизнь быстро пролетит. Будь осторожна. Видимо, мне туда. Он ведь так уже 19 лет простоял, да? Не отвечай. Ну, вот и все. Видимо, здесь они жили. Уцелело немного. Когда-то вокруг был камень и железо. Запись. Я только проснулась. Сейчас. Цифры вижу, но не могу разобрать время. Мне снилось, что я веду лекцию. Или скорее это был какой-то шаманский ритуал, не знаю. Неразличимые лица под пустым небом. Я сказала, что мир умер с громом. Нашествие роботов. Но последние люди, мы исчезли. Даже не со всхлипом, а шепотом. Знаете, в пещерах закончили, как начинали, сбившись в кучку огня.
главы государств, счастливые пятерки, лидеры, выигравшие в лотерею, сектанты. Все как один попрятались по убежищам. Кто-то верит, что как-то сумеет все это пережить. А Элизий, а мы, жители Геи Прайм, то же самое. Множество крошечных сообществ вспыхивают и умирают. Какие-то из них будут прекрасны, какие-то ужасны. Но все они обречены. Миниатюрные цивилизации. Последний вздох. А потом придется надолго задержать дыхание. Еще не проснувшись, я знаю, что меня никто не слушает. Что я говорю сама с собой. С молчаливой планетой, с бесплодным шаром. Осталась лишь Гея и ее долгий-долгий сон. Надеюсь, ей не будет одиноко. Мы эвакуировались в такой спешке. Не было времени подумать. Попрощаться. В медицинском отсеке стояли очереди. Я обещал тому Пейку, что провожу его на укол. Но я бы мог быстренько успеть обработать еще партию зигот райских птиц. Я до сих пор злюсь, что он заставил меня выбирать. И злюсь на себя. Ну, он умер в одиночестве. И этих клеток райских птиц я в итоге тоже не спас. Теперь времени на размышления у меня предостаточно. Замки Геи Прайм захлопнулись, Элизий загерметизировался. Расстояние считанные мили, но с таким же успехом он мог бы быть на другом краю галактики. Там все эти беты, гаммы и обслуживающий персонал. Не будь я Альфой, сложись все по-другому, я бы тоже мог быть там. А вместо этого я проведу остаток дней здесь. С людьми, которые мне даже не нравятся. И без того человека, с кем я бы охотно разделил свою судьбу. Будь у меня хоть шанс. Всего 2 часа, как я подписал финально исполняемые модули, а уже ворчу в свой визор, как вздорный старик. Грядущие поколения, примите к сведению. Комната Элизабет. Я уверена. Она даже не успела распаковать вещи. Ее дневники. Дневники Элизабет. Все уничтожены? Сканируй. Визор может воссоздать их, но это долгий процесс. Пусть визор кажется всесильным устройством, но его мощь ограничена. Сколько это займет? Дни... Недели, годы. Сумеешь остановить Аиды и сберечь наше будущее, и, может, успеешь их послушать. Элизабет? Что это? Это Чарльз Ронсон. Прошло 6 часов с момента окончательного монтажа Геи Прайм. Сегодня затвор входного люка дал сбой. Зазор между створками люка должен составлять менее 2 миллиметра. А тут зазор был 10 миллиметров. Достаточно, чтобы проявилась тепловая сигнатура. Достаточно, чтобы Рой засек наш комплекс. Достаточно, чтобы Гею обнаружили и уничтожили. Достаточно, чтобы убить будущее, над которым мы столько трудились. Если только кто-то вручную не перезапустит сервоприводы. Снаружи.
сейчас включу запись инцидента. Но я туда не пойду. Я на такое не подписывался. Либо мы кого-то туда пошлем, либо все это было зря. Решать должна Лиз. Ну так долго нам ее ждать? Сказала 5 минут. Она же не... О, нет. Так, слушайте. Я починила затвор. Гея. Зазор 1,4 миллиметра. Подтверждаю. Элизабет, нет. Мы придумаем, как тебя впустить. И не надейтесь, Рой слишком близко. Ладно, не думайте. Гея готова. Теперь она обо всем позаботится, как задумано. Лиз, не надо. Мы столько всего еще... Ребят, вы меня знаете. Не умею я прощаться и отпускать, так что... Не будем. Тогда... В добрый путь, Лиз. И... Увидимся. Да. Вы берегите друг друга. Лиз. Я не жалею. Я хочу домой. Прощайте. Это было последнее сообщение, полученное от Элизабет Собек. Она отдала все, чтобы спасти жизнь на этой планете. И мы все теперь... перед ней в долгу. Только не злись, Лиз, но я написал надгробную речь. Я попытался выразить... Твои дети, после того, как Аполлон их обучит, будут думать, что знают все. Но они должны понять, что ты для них сделала. Как сильно ты любила наш мир. Любила настолько, что это удивляло. Потрясало. А в итоге он тебя убил. Или ты умерла за него. Как посмотреть? Никто не мог за тобой угнаться. Сравняться с тобой. Не знаю, может, если бы я не уехал тогда в Йоханнесбург... Я рад, что ты в итоге зарубила протокол смотритель. Если бы тут появилась еще одна ты, я бы не выдержал. Элизабет Собек может быть только одна. Я скучаю. Слушай, Лиз, ты была хорошей девкой, по-честному. Мне жаль, что ты погибла. Я надеюсь, ты все же успела добраться до дома. Но этот памятник, который тебе воздвиг Ронсон, жутковато это как-то. Покойся с миром, Лиз. Господь свидетель, ты заслужила покой. Привет, Лиз. Я знаю. Знаю, ты этого уже никогда не услышишь. Да и не важно. Тебе на этот раз досталась роль спасителя и мученика. Поздравляю. Элой. Погибла. Она погибла. Ты знала, что она не могла выжить. А ее достижения... Они исключительные. Пока ее люди спорили, она взяла на себя ответственность. Она одна... Она была лучше них. Я не это сказала. Да лучше. Не бойся это признать. Думаешь, она была лучше из-за ума? Создала новый рассвет? Но не это главное. А главное, что она была готова пожертвовать собой. Ради других. Ради будущих потомков. Нет. Она защищала свое творение. Ты, боюсь, путаешь волю и сантименты. Нет. Она знала, что Гея должна не только думать. И научила ее чувствовать. Заботиться, идти на жертвы, верить в жизнь, бороться с безысходностью. Если бы не эти сантименты, жизнь бы
погибла. Ни тебя, ни меня бы не было. Твой довод разумен. Сочувствую тебе. Она сказала, что хочет домой. Может... Что? Ничего. Нам пора. Запихнем им в голову, Лиз. Исторические факты. Так называемую правду. Информационный шум. Это не питательная смесь, Лиз. Это отрава. На той стороне кратера есть еще одна секция. Вроде она уцелела при взрыве. Потому что она бронирована. Ты нашла пункт управления. Иду туда. Все это идет. Продолжай. Когда я открыла люк, воздух потянуло внутрь. Потому что в этой комнате не было воздуха. Но здесь же были альфы. Не могу задействовать управление. Доступ альфа заблокирован. Что еще за доступ омега? О, нет. Персонал альфа. Не хочу вас пугать, но... Выслушайте, что я вам скажу. Это нелегко. В общем, я... Ну... Так, не лезьте сейчас в систему, ладно? Я хотел сказать вам о том... Сказал же, прекратите лезть в систему. В общем, короче, я... Не могу перестать думать о тех, кто родится после нас. Невинные, безгрешные люди, наши потомки. Зачем им знания? Это что, дар? Тед, Тед, мы уже это обсуждали. В Аполлона встроено больше 3000 условий отказа. Это не дар, это болезнь. Они лекарства, а мы хотим наслать на них наш недуг. Нет, нельзя. Еще не поздно, если мы готовы пойти на жертвы. В этом нет необходимости. Все уже сделано. 3 минуты назад.
Я стер Аполлон целиком и полностью, его нет. На жертвы? Это не жертва, это культурный геноцид, чокнутый ты ублюдок! Тысячелетия истории! Мне жаль. Честное слово. Но чтобы защитить невинных, невинные должны умереть. Аварийная ситуация. Выпуск по связи. Убил. Теперь ясно почему. Значит, вот кто вверг нас во мрак невежества. Ради невинного будущего. Безгрешные люди. Поглядел бы он на кольцо солнца. Все знания предтечь. Все, чего эти люди достигли, уничтожено. Обратилось в пыль. Ушло в пустоту. Ушло, как и сами альфы. Нет. Не в пустоту. Когда люк открылся, и их прах разметало по ветру, они стали частью этого мира. Мир, в котором мы живем, это памятник тому, ради чего они отдали свои жизни. Да, памятник забвению. Не забвению, Сайленс. Надежде. Главный блокиратор. Такой маленький. Осталось убить с его помощью Аида. Смотри, не свались. Блокиратор не блокирует силу притяжения. Ты здесь? Уже ухожу. Что? Здесь наши пути расходятся, Элой. Но сначала я расскажу тебе оставшуюся часть истории. Давай. Я уже как-то раз упоминал, что помогал затмению, но не уточнил, насколько все серьезно. Правда в том, что я был у истоков. Это я обнаружил Аида. На этой горе, внутри разбитого Титана. И я служил ему. Что? Он обещал знания. И дал их. Такие знания ты не представляешь. А взамен? Создал затмение. Культ Аида. Его личную армию. Зачем ты сейчас это рассказал? Ты должна это знать, чтобы справиться. Когда я нашел Аида, первое, о чем он спросил, был Шпи. Не Меридиан. Шпи. Почему так, Элой? Шпиль создала Гея. Какая часть Геи? Минерва. Это модуль взлома кодов. Гея построила шпили для передачи кодов, которые отключили машины Фаро. Остановили процесс переработки биомассы. Аид хочет передать другой код.
пробудить машины, чтобы они снова пожрали весь мир. Да. Исходя из всех данных, я пришел к тому же выводу. Значит, роботы, которых они воскресили, это просто инструменты. Армия для захвата шпиля. Да. Чтобы Аид мог снова уничтожить все живое. Если ты не помешаешь. Рассказывай мне все. Про Аида, затмение. Про все. Это долгая история, Элой. Ну так не тяни. Я нашел визор. В древних развалинах, как и ты, много лет назад. Вот только мой был сильно поврежден. Можно сказать, почти не работал. Я долго изучал его, пытался чинить. И, наконец, получилось. Мир предстал передо мной в таких деталях, просто необычайных. Тогда-то я и засек его. Слабый сигнал. Кто-то где-то вел поиски, так же, как и я. Два одиночества. Я нашел источник сигнала. Разбитый титан. В самой гуще джунглей алмаза. Так ты думал, это титан? Древняя машина? Я не знал, что думать. Я уже видел похожие машины. Лади смерти, например. Но это была другая. Она не была мертва. Она тогда не могла говорить. Я починил и вернул ей голос. Так начался обмен знаниями. Машина интересовалась всем в нашем мире, племенами, другими машинами. Но первое, о чем она сразу спросила, это шпиль. Что Аид хотел знать о шпиле? Как к нему попасть? Что вокруг него? На чьей он земле? Взамен он открыл мне новые знания о древних технологиях. Он велел мне починить другие визоры. Вскоре у меня их уже была пара десятков. Хватит на небольшое войско. Ну да, на командиров. Мне было плевать. Я узнавал так много. Физику, алгебру. Ты не представляешь. А Карха Тьмы? Они тут каким боком? Раскол внутри племени был мне на руку. Такая возможность. На руку? Вот так значит? Да. Половина племени оказалась в изгнании, мечтая, как вернуть себе меридиан. Они религиозные, легкая мишень. Я просто представил им Аида как погребенную тень из их мифов. Так что да, это было мне на руку. Я устроил встречу Аида с верховным жрецом Бахавасом, Гелис тоже там был. Так родилось затмение. Что угодно ради святого меридиана. Аиду наплевать на меридиан. И тебе тоже. Мы живем в мире мертвых городов и погибших племен. Но одним больше. Я был занят. Аид поручил мне соединить все визоры затмения в единую сеть. Интереснейшая задача. Особенно с учетом модификаций, которые я внес самостоятельно. Ну да, чтобы за ними следить. Да. У меня хватило глупости помогать Аиду. Но я не был так глуп, чтобы доверять ему. Я встроил в сеть то, что звалось бэкдором у предтеч. Тайный доступ, благодаря которому я мог просматривать все каналы связи. Что же заставило тебя уйти? Уж явно не муки совести. Я забеспокоился, когда увидел, что они воскрешают древние боевые машины, используя мой метод. Спросил Аида, зачем ему это? И было поздно. Увы. Я уже был отработанный материал. После того, как я завершил работу над сетью визоров, он призвал меня к себе. И немедленно отдал по сети приказ меня убить. Вот с тех пор я в бегах. А со мной как началось? Наш общий путь. Когда тебя нашел Олен, обнаружена угроза системе,
Такое не пропустишь. Приказ убить дикарку из племени Нора. Не мелковато ли, Цей? А потом я увидел на этой дикарке визор, и что она поразительно похожа на великого ученого древности. Гелис не медлил. Я решил, ты погибла. И вдруг сигнал твоего визора изнутри горы Нора. Чем больше я наблюдал за тобой, тем больше росла уверенность в твоей необычности и полезности. Ты могла помочь мне, наконец, раскрыть тайны мира. Я решил сделать все, чтобы помочь тебе достигнуть цели. Прочее, как говорили в древности, это история. Ты делал ужасные вещи. Но все же попытался исправить ошибки. Конечно, сделанного не вернешь, но ты хоть пытался. Чтобы ты понимала, я бы сделал все это опять. Ну, где-то бы подстелил соломки, но сделал бы. Правда? Ничему тебя жизнь не учит. Я сделал, что смог. Ну а дальше задача уже твоя. Возьми мое копье. Прикрепи к нему блокиратор. Это будет устройство ввода. И останется только воткнуть это копье Аиду в башку? Именно. А, хорошо. Сайленс! Куда ты пойдешь? Туда, где не бывал. Столько всего надо узнать, пока не наступил конец света. А это все? А это я оставляю тебе. Как оказалось, все это твое. Ну, а меня сюда не звали. Проделал долгий путь. Я услышал твое послание. Это ведь был ты? Сущность неизвестна. Мое имя Сайленс. А твое? Я думаю, ты не стал бы звать, если бы не хотел что-то получить. Ты позвал, я откликнулся. Скажешь мне свое имя? Аид. Тебя создали предтечи. Ты боевая машина. Вопрос временной дает. Время? Сейчас правит 13-й король дома солнца Карха. Вопрос Карха. Давай лучше по порядку. Тебя создали предтечи? Интересно, сколько ты пролежал здесь, пока я тебя не нашел? И как долго тебе придется ждать кого-то другого? Очевидно, что ты очень могуч. Но без меня ты отсюда не сдвинешься. Титан – просто оболочка для интеллекта. Вопрос Карха. Другой разговор. Задача выполнена. Да, сеть визоров работает. Все параметры соблюдены. Можешь сам убедиться. А я подожду. Но, смею напомнить, мне причитается награда. Квантовая обработка. Данные скомпилированы. Объем слишком велик для пересылки. Как не кстати для меня. Явись передо мной и получишь свою награду. Хорошо. Гелис, обнаружена угроза в затмении. Назови имя, Отей, и отступник умрет. Имя этой угрозы – Сайленс. Сайленс. Да. Истина, нашептанная ночью, хорошо видна днем. Он всегда был чужаком. Будет исполнено. Они идут. Приготовления завершены. О, светлый Бахавас,
Узри, как и было обещано. Что это за гигантская машина? Я никогда подобного не видел. Нет! Не приближайся, ты, Карха, в тени! Неверно! Склонитесь перед погребенной тенью! Погребенная тень? Я не понимаю. Понимал ли я Роман Кошуна, что уселся на вершине пламени? А? Это же из Писания. А Роман последовал за тенью, отброшенной шпилем. Туда, где был построен священный Мирьян. И ты тоже последуешь за тенью. Я праведный человек, избранник солнца. Но в час нужды силы тьмы могут воплотить в жизнь то, что солнцу не под силу. Итак, вернешь ли ты нам то, что наше, о тени с пророчества? Требуется армия. Подчинитесь, и Меридиан ваш. В нашем послушании не сомневайся. Нужно сообщить Аваду, что затмение готовит атаку. После этой истории с Дарвалом, я не сомневаюсь, что он защитит город. Но шпиль...